Запрет на выезд за границу в проекте закона о банкротстве противоречит конституционным правам казахстанцев. Об этом заявили эксперты в ходе его обсуждения. Отмечу, к анализу документа по поручению премьер-министра привлекли общественность и экспертов. Так вот, по их мнению, в существующей на данный момент редакции закон работать не будет, так как две его статьи лишают должника возможности внесудебного взыскания. Пункты закона, по сути, устанавливают барьеры для того, чтобы основная масса казахстанских должников в итоге смогла зайти на процедуру банкротства. Кроме того, стать банкротом можно будет только через 5 лет после подачи заявки. Все это время человек должен испытывать давление кредиторов и коллекторов и жить с арестованными счетами. В текущей редакции закон о банкротстве граждан работать не будет. Не будет работать практически совсем. Почему? Потому что статья 3, статья 4, по сути, устанавливают несколько очень эффективных барьеров для того, чтобы основная масса должников не заходила на процедуру банкротства. В первую очередь, вот пункт 1 статьи 3 говорит о том, что есть требование, должник отсутствует исполнительное производство и возбужденное судом дело по иску о взыскании долга. Вместе с тем, если вы посмотрите статистику Палаты судебных исполнителей, то вы увидите, что за последние 3 года количество исполнительных производств растет более чем на 1 миллион. Все эти люди, они лишаются возможности уйти на внесудебный порядок.